Всем привет! Сегодня 9 октября 2016 года. Стою на номере на кос. Мужики, повели собак. Сейчас посмотрим, что у нас выйдет. Первый раз я на козах. Вот тут вот солнышко встает, видите? Здоровое солнце. Воронье паркает, мыши ползают, пиздец, весь лес шуршит. Делает. Вот Юрик, точка небольшая. Два выстрела было с правой стороны. И косачи курлыкают там. Собака вообще рядом лает начала. Я вот не знаю, как гончая работает. Либо она видит лай, либо она просто по следу бежит лай. Этого я не уточнял. Но она уже, блядь, рядом. Считай, что метров на 500 ближе. Ждем. Мы к собаке пришли. Нет, короче, никого. Собака, видать, по старым следам носится, да? Патрон! Патрон! Айда сюда! Альта, 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 альта! Айда! Айда сюда! Патрон! Айда! Ко мне! Держи, блядь. Как я их держать буду? Ну, вообще-то рядышком пускай буду. Этот балбес, сука, походу ей не дает нихуя делать. Осинки погрызены бобром. Он тоже. Листвы даже не присыпал. Собачка пошла на круг. Сменил номер. Жду. В общем, время 10:35. Собака пошла на второй круг, когда минут 20, наверное, гавкала. Сейчас тишина будет, есть 15. Выстрелы по сторонам есть. Присутствуют другие охотники. Неизвестно, кого стреляют. Вот патрончик. Там типа номерам разбрелись. Тут машинка не идет, короче, нам на козочку. Ну, Юрик говорит, видал штук 6-7. Хуй знает, я не видел. Я ничего не видел. Такие дела. Косачи тоже перестали курлыкать. Курлыкали. Часов, наверное, 7-8. Ладно, конец. Вот, ребятки. Нашел косулю. Пиздец, короче. Косулька. Айда, патрон. Айда.
Ой, патрон, говорю. Да, патрон. Айда. Патрон. Ешь. Вот она, блядь. Козочка. Патрон, айда, айда, айда. Патрон, айда, сюкайся, сюкайся. Айда. Патрон. Айда. Патрон. Патрон. Давай, айда. Айда. Ищи, ищи. Давай, ты еще не видишь, что ли, придурок? Патрон. Кто-то, видать, ранил, она ушла. Куси, куси, патрон. Куси, ищи таких. Ищи давай. Жалко, конечно. Вот такие вот бывают случаи, блядь. Что я вам, ребятки, хочу сказать. Юрик видал 6-7 штук голов кос, косуль. Я видал два раза. Может быть, одну и ту же. И вот нашел сейчас дохлятинку. Патрончик догоняет, блядь. Нет. Как-то так, нахуй. Здесь места-то хорошие, блядь, местность бы только знать. Можно было бы, блядь, делишек тут потворить. Вот такие вот дела. Ладненько, все, конец отчета. Надеюсь, что не первый раз, не последний. Охотимся на козочку. Вот такие вот делишки. Все, всем пока. С вами был Фишерман Хунтер. Подписывайтесь на мой YouTube. Вот на этом видео сверху будет написано Fisherman Hunter youtube.ru. И так вы можете меня найти. Все, всем пока. Надо привязывать. Да, ну мы привяжем там слобода, ёптать, поехали дальше. Ну? А, ты видишь? Ну? Самое главное, что памяти хватит.